Всем привет! Давайте еще погуляем по магазинчику Аби. Начинаю я с лаванды. Я уже где-то тут говорила, что запах у нее, потрогала так листочек, запах у нее похож на полынь и на розмарин как-то одновременно. Вот. Я еще раньше никогда не сажала, но вот тут посмотрела, что это за лаванда. Конечно, это не для нашего климата. Но интересно, интересно. Дома как-то люди растят, у кого солнечные окна. Так, что еще тут есть? Так, а это актинидия. Аргута, Рогов, 699 рублей. Смородина красная Натали, 399 рублей. Крыжовник черносливовый, 549 рублей. Интересно, правда? А вот это вот листья раскинул орех, орех. Я у мамы сажала такой орех, выращивала из магазинного орешка. И он уже вот почти такой же растет. Ему все понравилось, пережил зиму. Так что можете и так посадить. Можете у меня там видео посмотреть, я потом ссылочку поставлю. Орех здесь в магазине 729 рублей. Маньчжурский, маньчжурский. Так, а это пузыреплодник, калинолистный, ангел голд, 269 рублей. Бересклет европейский, 349 рублей. Княженика, первый раз такое вижу, 469 рублей, что-то среднее между костяникой и малиной. Ягодки 2 грамма. Так, кизильник горизонтальный. Кизильник 429 рублей. Снежный ягодник, аметист. Так, а это интересные такие листья. Жимолость. Сорт каприфоль. Декоративный, это лиана, до 5 метров вырастает. Это лилия, 399 рублей. И еще лилия, 319, азиатская. Вот она какая азиатская. Огромная. Ирис бородатый. Black Dragon, 469 рублей. Ну, сортовой, конечно, понятно. А это вот бадан. Очень полезное растение и цветет красиво. Листья у него в чай заваривают. Надо только почитать об этом, как правильно. Бадан Шушайн Роуз. И еще бадан 149 рублей. А вот это глаза разбегаются, бегонии разных цветов, разных оттенков. Бегония Элатиор 399 рублей. Красота, как розы, белая какая, нежная. С зеленоватым оттенком, красные, оранжевые, каких только нет. На любой вкус. Вот она, бегония. Есть бегония попроще, бегония клубневая, 199 рублей.
Красота. Можете сами остановить кадр, прочитать о каждом из этих растений. Вот это за 199 рублей. Можете поделиться этим видео в своих соцсетях, и тогда на вашей страничке сохранится это видео, и все цены там можете посмотреть. Хотя бы приблизительно будете знать, на что ориентироваться. Вот это бегония вечно цветущая. Гербера с огромным цветком. Красивая, как подсолнух. На высоком цветоносе, хоть в срезку, хоть в букет. Если много, например, у вас разрастется и будет много. А вот это что-то очень интересное. Сейчас посмотрим с вами. Вот это пишите мне. Это я не знаю, правильно или нет, прочитала. Хавея. Или Хабея Фортериана. Стоит 4299 рублей. Ой-ой. Ну и, конечно, розы. А среди роз скульптурки небольшие и большие. Кому-то, может, это нравится. В общем-то, романтично, конечно. Но я бы в своем саду, если бы он у меня теперь был, не хотела бы, например, в сумерках ходить и встречаться тут и видеть, что кто-то еще стоит. Как вы думаете? Что вы думаете по этому поводу? Вы бы хотели себе такие скульптурки по своему саду расставить? Может, это, конечно, и красиво, но вот утром рано или вечером в сумерках как-то, наверное, не очень, так не очень. Вот такие вот тут вот с чашей на голове. А розы прекрасны. Посадил так в чашку, большую, плоскую, широкую, и как будто неувядаемый букет, цитрусовые. Прямо с плодами, но стоят, конечно, дороговато, дороговато. А на розы просто смотреть и смотреть. Здесь есть еще петунии, не поздно еще посадить. Вот скидочки на них есть. Мне кажется, конечно, запаздывают немного они со скидками. Ну, вот сейчас уже петунии, хоть они тут и дешево, но уже кто хотел, наверное, посадили все. Вот увядающие розочки тоже, скидочки на них. 79 рублей. Что-то еще можно спасти. Желтенькие, красные. От чего они увядают, то ли залиты были, то ли непонятно. Жалко, конечно, но все не спасти. Вот такие вот они, розы наши, любимчики мои. Девяносто 9 рублей. Цветущие, здоровенькие. Нет, есть что выбрать, есть что выбрать, есть что посмотреть. Здесь вот скидочка на бегонию, пионы. Есть что купить. Вот они какие нарядные. Ну вот и все. Ну, пока. Оставайтесь со мной. Пока-пока.